Уже 3 года наш город принимает участие в областной программе по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. За это время новые квартиры получили более 300 рассказовцев. На эти цели было потрачено более 138 миллионов рублей. Программа по переселению продолжает действовать и сегодня. Жители, чьи дома признаны аварийными в этом году, надеются на получение нового дома. Дом по улице Комитетская, 2, был признан аварийным частично, а точнее 2 его боковые секции. В конце 2010 года более 40 семей получили новые квартиры в новостройке на улице 60 лет Рассказова. Остальные 18 семей продолжают жить в условиях, которые нормальными никак не назовешь. Условия проживания ужасные. Во-первых, сейчас с той стороны у нас всех переселили, там тоже, вот по крайней мере, вот перед нашим домом, который ни света нет вечером, после 8 выйти невозможно, потому что страшно. Нет ни одного фонаря. Все заросло этими кустами, и света еще нет. У нас еще вопрос такой, что вот в переселенных вот этих частях, вот которые пустуют, забили все, все сделали хорошо нам в прошлом году, забили, мы просили, все это было прилично, все это оторвалось с той стороны. И теперь у нас там постоянный сбор молодежи. Жить в центральных квартирах старого дома, по словам жильцов, еще терпимо. А вот стены по соседству с пустующими квартирами в холодное время года постоянно холодные и сырые. Обои на них не держатся, образуются трещины и плесень. Делать ремонт просто бесполезно. Как пристраивали, вот этот выступ сделали, и вот со временем он стал, видите, лопину. Люди продолжают жить в надежде на то, что новое жилье им когда-нибудь предоставят. Каждый год списки аварийного жилого фонда в городе пополняются. Увеличивается количество семей, нуждающихся в переселении. Согласно статистике отдела ЖКХ администрации города, на 1 января 2013 года 45 домов были признаны аварийными, где проживало 613 человек. Часть жильцов уже переехали в новые дома, остальные только этого ожидают. Принята областная программа 2014-2015 годов, где те дома, которые признаны на 1 января 2012 года, должны подлежать расселению в 2013, 2014, 2015 годах. То есть нам осталось переселить по этой программе 21 дом. Они в основном падают на, как говорится, на 2014 год. В основном эта программа работает для переселения многоквартирных жилых домов. В 2010 году для переселения граждан администрация города приобрела 41 квартиру по улицам 60 лет Рассказова и Озерная, 9. С 2011 года началось строительство поселка Гвардейский. Более 30 семей получили новые дома взамен своих старых квартир. Часть дома по улице Комитетская, 2, также включена в список аварийного жилого фонда. Только о переселении говорить пока рано. Программа действует, но все зависит от финансирования. Ирина Птуха, Александр Колчев, новости НТВ Рассказово.